Привет, друзья! Люди, люди, высокие звезды, долететь бы мне только до вас, сказал Расул Гамзатов. А я говорю, люди-грешники, которые возбуждают надежды и не исполняют. Люди, люди, высокие звезды, я стараюсь, чтобы свет не погас. Меня зовут Хосе Алиф, если кто не знает. Я художник и поэт, и выступаю на свет страниц, красивый и молодой, но мне уже узок в жизни ворот. Если свет погаснет, кому я нужен буду? С распухшей рожей, еще один рассеянный во мрак. Так расползаются киты, что вертят землю на оси. Но я исполняю самим же высказанную надежду для всех. Сохраняю в себе свет, даю новый прием. Завтра в ролике. И мы сократим кризисы, и потребности в лекарствах, и будем все молодые, здоровые, счастливые. Любите друг друга, друзья. Любите жизнь, которая дается только один раз.